Всем привет! Меня зовут Георгий, я преподаю ударные в школе Виртуозы. В свободное время я люблю путешествовать. На ударные инструменты я сам попал не сразу. Пришлось сначала на фортепиано походить, но этого тоже не суждено было быть, так как фортепиано дома не было, надо было заниматься. И потом в ансамбле предложили гитару. Ну, гитара тоже группа вперед ушла и стала отставать, и потом предложили ударные. Нравится в профессии то, что вот недавно у нас был концерт класса, и просто вот состояние кайфа после концерта, когда ученики выступали, были заряжены, такой позитив, и к нам всегда много народу ходит, это показатель. То, что мне нравится в профессии, это когда ученики хотят научиться быстро играть за один день. В своей профессии я тоже не сразу пришел, сначала занимался нелюбимым делом, а потом получилось преподавать, и мне это очень понравилось. Ну, что посоветовать начинающим? Конечно, не спешить в этом деле, потихонечку, полигонечку, и тогда у вас все получится, не надо разочаровываться. На самом деле очень много композиций хороших, приятных, и очень сложно что-то выделить, поэтому я пропускаю этот вопрос.